Да, я феминистка. Сложно быть феминисткой? Да, может быть. Впрочем, еще сложнее ей не быть. Быть ведомой, сверять каждый шаг, думать, что скажет мужчина, как всем понравится, как сделать так, чтобы не разозлились муж, отец или мать. Шлюхой не быть, если в твоей постели побывало N плюс один мужчин. Не прослыть одинокой и старой, если, не дай бог, там было N минус один. Знать, как одеться так, чтобы быть худой, привлекательной и желанной, вертикальной полоски для толстых, горизонтальной анорексичкам, чтобы ремень подходил к трендовым в этом сезоне косичкам. Показать достоинства, скрыть недостатки, прибрать телеса. В клубе быть лучше всех подруг. А если ты вдруг после клуба окажешься в телефонной будке, в окровавленной одежде, без способности говорить, значит, ты облажалась. Ты же могла это предотвратить. Не одеваться так стильно, не плясать, не шутить. Да ладно, что уж теперь говорить. Мама по телефону из семьи скажет: никому не нужна ты теперь, потому что твоя цена — это пленка у тебя между ног. Ты так долго училась в школе и не выучила этот самый главный урок. Занятия в институте не лезут в голову, да и зачем? Но потом ты встречаешь его. Вообще, он такой, о котором мечтает каждая женщина. С ним, как за каменной стеной. Он говорит: не беспокойся, я решу все проблемы. Я мужик, ты со мной. Ах, как хочется все забыть и просто броситься в это все с головой. И головой влететь в стену в какой-то прекрасный день. Или ночь, или вечер, но тихо, чтобы не разбудить детей. Он не нарочно, ты сама знаешь, это просто работа, волнение, усталость. Ты же должна понимать, испытывать ту самую человеческую жалость, на которую, как говорят, способна каждая. А ты же такая отважная, ты поможешь ему все преодолеть. Но почему-то ты опять ошибаешься. На той свадьбе Калиевых ты улыбнулась Серику, он в ответ подмигнул. Синяк на щеке вздулся на следующий день. Нужно ватку, смоченную перекисью водорода, к нему приложить. Ты же могла все предотвратить. Но ты ошибаешься еще и еще. Не сдавайся, все будет у вас хорошо. Теперь главное, чтобы не ошиблась дочь. Но однажды она позвонит, на том конце провода ночь, голубые огни, скрипнет дверь, дочка в далеком городе всхлипнет, а ты скажешь: никому не нужна ты теперь. Ну и возвращаясь ко мне, да, феминисткой быть сложно, но есть участи и потяжелей.